Всем привет, 26 августа сегодня. Время у нас 9 вечера. На вечер решил взять чекушку водки. Вот, я просто хотел сначала пиво, думаю, что ли, взять. Да ну нахуй, нас съебало просто это пиво. Ну мне когда как нахуй? Я могу пиво хотеть, а водку, блядь, вообще не могу. А иногда наоборот лучше водяра, блядь. Ну по-разному. Вот, самое главное в запоях не быть. Ну, в общем, не суть дела. Сегодня на обзоре водка «Горное озеро». Удмуртия, написано «Край родников». Фильтрация активированным углем, короче, понятно. 40 градусов, 0,25 чекушка. Что это за значок тут, блядь? Круглый вот этот. На основе зернового спирта, ну понятно. Так, что тут по составу? Бля, у меня тут немного тускло, нахуй. А этот фонарь отсвечивает, вообще хуй разберешь. Сейчас, подождите. Вот и весь состав. Сами можете почитать. Вода, спирт этиловый, люкс, сахарный сироп, настой мака, изюма, аниса, горца птичьего. Ну, горец птичий — это трава такая. Она лечебная там. Я когда-то его, кстати, покупал, когда он на ЗОЖе был. Я не помню, от чего, но не суть дела. И гидрокарбонат натрия. Ну, это, собственно, пищевая сода обычно. Ликероводочный завод Глазовский. А, Удмуртская республика, город Глазов. Оттуда я какую-то водку пил, точно. Точно помню это название. Вот этой... Вот этой, блядь... алкогольной компании, блядь, или как это назвать... Я не помню, по-моему, полевая водка эта, Глазовская тоже, я не знаю, может, я ошибаюсь. Ну, короче, какую-то я точно пил оттуда. Ладно, сейчас попробуем. Стоит 150 рублей, блядь, ровно в красно-белом, нахуй. Ну, чекушка. Пузырь я не знаю, сколько стоит. Кстати, я не знаю, откуда у меня вообще рюмка дома, нахуй. Откуда-то рюмка дома, у меня рюмки никогда дома особо не было, блядь. Ну, последние года. Я по чуть-чуть, нахуй, я ебал. Из закуски... у меня, конечно, есть селедка, есть маринованные огурчики, есть помидоры, блядь, есть там сыр кусок, блядь, я не знаю, много чего есть, но я что-то, блядь, не особо. Я чисто запивать буду, знаете, чем? Водой, нахуй, тупо водой. А закусывать, знаете, чем буду, если надо будет? Просто хлебом, нахуй, просто хлебом и все. Главное, чтобы соль еще была. Чё, въебём маленько, сейчас посмотрим, что это за водка. Хотя я уже разобрался в ней. Ваше здоровье, как говорится. Снимаю просто, блядь, в условиях таких, как могу, так и снимаю, блядь. У меня нет другого, там ни стола, там, ну, там просто это, блядь, занят еще, там мешают, нахуй. Я вот снимаю на диване, нахуй. Вот такой вот тупой обзор, да? Все. Фу! Водички запью, с вашего позволения. Кстати, я вообще нихуя не понимаю, как можно водку, блядь, и не запивать, и не закусывать, и не запивать, и не закусывать. Я вообще не пойму, блядь. Вообще, пищевод там, блядь, бронированный, что ли? Да хуй его знает, я вообще вот это не понимаю. Как можно водку пить, и не закусывать, нахуй. Ну, не запивать, точнее, даже. Даже закусывать, и то-то, блядь, не то, нахуй. Я вот всегда, блядь, водку запиваю. Не знаю, похуй, морсом, компотом, блядь. Ну, лимонадом, конечно, это трэшовая хуйня уже. Соком, блядь, похуй. Я вот привык запивать, не знаю почему, блядь. Ну, можно между делом закусить немного, да. Разговора нет. Вот. Что мы имеем по данной водочке? Бля, я не знаю, конечно, когда это видео загрузится, но у нас 9 вечера уже. Вот. Не, набухиваться я не собираюсь. Немножко только. Чисто немножко, чтоб, блядь, изменилось немножечко состояние мозгов тупорылых моих. Так скажем. Грубо говоря, блядь. Вообще, если честно, я, блядь, нажрался бы, нахуй, сейчас. Ну, просто я сейчас останавливаю, нахуй. Потому что все настоебало, если честно. Ну ладно, хуй с ним. Не, не надо, ну я нахуй. Потом, блядь, заебешься в интоксикации хваляться. Я ебать не хотел, нахуй. Я с того запоя кое-как вышел, нахуй.
Сам, блядь, я даже не знаю, блядь, как можно самому с такого говна выйти, я даже сам не пойму, блядь, кое-как выкарабкался, блядь, как с болота, как с трясины, нахуй. Ёбаный в рот, это пиздец был, нахуй. Когда я с последнего, нахуй, запоя выходил. С третьего, ну, последние три, там, конечно, еще бывали, там, до этого, там, месяца 4 назад бывало, там, неважно. Я помню последние три только, я имею в виду. Первый, потом, блядь, запой был, потом пауза, какая-то нормально, все заебись, я пришел. Потом второй запой, потом опять пауза, какая-то нормально, все заебись. И вот сейчас третий запой был, вот сам трешово вообще я выходил. Я уже в больницу хотел лечь уже, блядь, на, ну, платно, блядь, на 3 дня прокапаться, там вся хуйня. Но потом передумал, думаю, ладно, и в аду, короче, дома в аду, блядь, провалялся, блядь, 1,5 суток. Хорошо, что, сука, еще меня более-менее быстро отпускает, нахуй. Короче, еще одна тема есть в плане, почему некоторых быстро отпускает, кого-то хуево, кто-то пьянеет, кто-то, блядь, в алкоголизм слетает, кто-то нет, блядь. Это тоже мысль такая есть на эту тему видео записать. Ну, посмотрим, может, запишу, когда будет настроено, но не сейчас, ну и нахуй. Кое-как я, короче, выкарабкался с этого говна. Сейчас теперь понесет пиздить, нахуй. Вы, да ладно, не обращайте внимания на, блядь, я не хочу ничего снимать, вот честно, блядь. Что тут снимать, блядь? Ну, дверь, нахуй, балкон там и все, нахуй. Я на диване. В общем, с этой хуйни я вышел. Бля, мне так охуенно стало через пару дней, блядь. Все, я прям, у меня аппетит, я, сука, не ел, хуй знает сколько не ел. Я, блядь, опять, как обычно, блядь, сначала чуть-чуть, еду запихал, потом немножко, а потом вообще зверский аппетит, сука, потом жрешь, блядь, каждые 40 минут, сука, что-нибудь пожрать надо срочно, быстрее, нахуй. Салаты, все, блядь, на свете, нахуй. Ебать, угомониться не можешь, нахуй, потому что организм охуел уже, так, сука, голодать, нахуй. Ха-ха, блядь, это вообще угар. Плюс это еще, как бы, кстати, жрачка, это еще не только, блядь, питательные вещества нужны, но плюс это еще заменитель дофамина, нахуй. То есть дофамин уже ты пока не пьешь, ты пьешь, блядь, не хватает немножко дофаминчика, блядь. Это ты пожрал, блядь, у тебя немножко хоть выработалось что-то, блядь. Жизнь, типа, удалась, все заебись. Потом что-то чем-то занялся, что-то сделал, блядь. Потом, блядь, опять жрать охота. Не, ну там, да, конечно, блядь, нутриенты, блядь. Белки, жиры, углеводы, витамины, там всю хуйню. Да, это не хватает, блядь, когда так долго не жрать. Ну, прикинь, я 3 недели, если не жрал толком, блядь. Это, конечно, организм уже изголодовался нахуй вообще уже. Там гормональная система, наверное, уже, блядь, сбиваться начала. Но не суть дела. Ай, блядь, так, стоп. Кстати, теперь я понимать начал вот этих блогеров, блядь. Блогеров многих, кто на Ютубе есть, которые бухают, блядь, и на камеру пиздят, нахуй. А хули ты один сидишь, блядь, и с кем-то, хоть какой-то аудитории, какую-то, блядь, мысли свои передать охота, нахуй. Я по чуть-чуть, нахуй, ну я нахуй. Ебать, чекушка, сука. Я бы, бля, буду, блядь, у меня просто денег не хватило, серьезно, блядь, я бы пузырь навязал, нахуй. У меня толерантность, а, кстати, такая хуйня, у меня толер, блядь, толерантность у меня выросла к алкоголю, нахуй. Если раньше мне с чекушки, блядь, реально давало по шарам, блядь, ну, нормально, мне хватало, блядь. Теперь мне что-то чекушки маловато, кажется, я не знаю. Ну, ладно, хуй с ним тоже. Не, мне этого на сегодня хватит, ладно. Я еще банку пива шлифанул перед этим, блядь. А крепкого, ебаного, нахуй. Перед водкой. Так, ладно, давайте за вас, нахуй. Чтоб все было заебись у всех, нахуй. Всем добра, здоровья, счастья там и так далее. И денег, и, блядь, благополучия, и здоровья, блядь. И чтоб, блядь, никто, самое главное, не забухивал, в запой не входил. Ну и все такое, короче. Всех благ. Въебу за вас, и за себя, блядь, и за всех, блядь. Чтоб все было нормально. Потому что, ну я нахуй, чудить всякую хуету. Все, поехали. Въебую, блядь. Кстати, а, блядь, это же обзор, блядь, а что-то у меня уже пиздёж пошел, нахуй. Обычно я разделял обзор на разговорное видео отдельно, на обзор отдельно, блядь, а тут как-то все вместе получается.
В плане этой водки, хороший это или нет, кстати, к обзору перейдем, блин. 100% могу сказать, хорошая водка, все. На вкус может, блядь, кому как понравится, ну, кто, блядь, там во вкусе водки особо там пиздец шарит, да? Я не знаю, кому как по вкусу, ну, чуть-чуть какой-то кислинкой отдает только, блядь, что ли, я не знаю. Немножко что-то не то во вкусе. Да, блядь, по ощущениям нормальная водка. Самое главное ощущение, блядь. Водки, а не вкус, нахуй. Водку, блядь, я что, блядь, дегустатор водки, что ли, нахуй? Спирт, он и есть спирт, нахуй, с водой. Ну, грубо говоря, блядь. Вот, по вкусу тут нехуй оценивать, это понятно. Обычная водка, нахуй. Но самое главное ощущения какие. Потому что у меня бывали ощущения разные с водки. Бывало, что в печени тяжесть, нахуй, с двух рюмок. Вообще, я просто загибался, блядь, с некоторых водок, вообще, блядь. Это такой шлак был, я ебал нахуй, сука, это пиздец просто, нахуй. Такую хуйню пить, блядь, я ебать не хотел. Но именно с водки, нахуй. Не то, что там я себе внушил что-то или там, блядь, я намешал. Нет, именно вот с этой хуеты. И причем я приходил через пару дней, еще раз, блядь, ее брал. И еще раз у меня так же было в печени, блядь, тяжесть конкретная, блядь. Как будто она отвалится сейчас, нахуй. Как будто операции по пересадке, блядь, печени понадобится тебе, нахуй. Ебаный в рот, там такая водяра бывает шлаковая, сука. Я не знаю, кто как ее изготовили, почему она такая, блядь, я не знаю. Кстати, это у меня было с водки Топаз такое. С маленькой 100-граммовки. Я с нее вообще просто чуть не сдох, нахуй. Я не знаю, может, другие партии бывают, может, какие-то партии охуенные бывают, я не знаю, нахуй, но у меня вот так было, с водки Топаз, нахуй, или как он там называется, ну да. С русской валютой мне тоже было хуёво, мне было хуёво с зелёной марки, нахуй. Я еще название не помню, ну, блядь, там по-разному, партии тоже могут отличаться. Кстати, Тундра, водка, она, ой, блядь, не Тундра, а это деревенька, да, деревенька на Альфе, которая... Она вроде хорошая водка, блядь, хуй придерешься. Нормальная водка, я ее пару раз брал на Альфа спирте. Я, правда, на Люксе больше люблю, я на Альфе, сука, я больше пить не буду, наверное, нахуй. Ну, не нравится мне на Альфе, блядь, это не то. Какая-то видоизмененная хуйня, блядь. Мне кажется, блядь, водка должна быть все-таки на Люксе. Это ее естественное происхождение. Там что-то лево вращающаяся хуета какая-то там, неважно, блядь. Право вращающаяся, блядь, молекулу там. Мне это похуй на это все. Короче, деревеньку я пил, блядь, что-то один раз, блядь. Нормально. Второй раз нормально. А вот третий раз купил, что-то какая-то хуйня попалась. Я вообще не пойму, блядь. Ну, подделка это не может быть никак, нахуй. Потому что, блядь, в магазине в официальном куплено, через эгоист прошло, блядь, марка есть. Вот, но что-то, блядь, то ли левак, то ли они что-то там согрешили немного на заводе, я не знаю. Ну, какая-то ёбань попался. И это именно не самовнушение, ничего, а вот именно реальному. Я просто чувствую, меня хуй мой организм, кто наебёт, нахуй. Ни одно средство, одурманивающее мой организм, не наебёт, нахуй. Ни водка, ни сигарета, ничего. Ну, короче, ладно, не суть дела. Вот этот Горное озеро, в принципе, водку советую. Нормально, да, хороший. Было бы хуёво, мне бы уже хуёво стало, нахуй. Тем более я выпил уже, блядь. Сука, вот чё обидно, блядь, уже пить тут нехуй. Скучно сейчас станет, нахуй, ёбаный в рот, блядь. Ну, уже ладно, хуй с ним, на сегодня хватит. Сука, бывает так вот иногда, нахуй. Только-только в азарт войдешь, блядь, еще охота, нахуй. Не, надо сейчас тормозить, вот это я допью потихонечку. Я специально понемножку наливаю, ну и нахуй. Сейчас я допью, и все, я закругляюсь, нахуй. Потому что я ебал еще раз запой, ну и нахуй, блядь, никому не советую, сука, это вообще... В запой уйти, это, блядь, хули нахуй тогда пить, блядь, я вот не пойму, блядь. Пить надо только если... Вот... Одно условие есть. Если ты, блядь, на 100% уверен, что никогда в запой не уйдешь, вот только тогда можно тебе пить, нахуй. Если ты, блядь, сомневаешься, что в запой сейчас уйдешь, или сорвешься нахуй с катушек и захуяришь, как говно, блядь, все, нахуй. Конечно, не надо пить, ты что, ебанулся, что ли, нахуй. Все, давайте за вас. Потому что потом, блядь, от, блядь, двухминутного, грубо говоря, блядь, или
от суток, от двух кайфа, блядь, потом, блядь, страдать хуй за неделями, нахуй, месяцами, блядь, в аду быть, да ебал я, нахуй, тут, блядь, полторы суток в аду, ты охуеешь, ебать. Какой нахуй там, блядь, неделю, блядь, один пацан говорит, я неделю отхожу, ебать, вообще конкретно. Нахуй надо, какая неделя, я полторы суток, ты и то, блядь, вешаться уже охота, нахуй. Не, нахуй, нахуй. Алкоголь это такая хуйня, блядь. Это как, блядь, как сказать-то, нахуй. Оно как с одной стороны ангел, с другой стороны дьявол, нахуй. Ну, блядь, ангел, это, конечно, не, я, может, немного неправильно сказал. Ну, типа на время там что-то как-то. Короче, нужно уметь с ним обращаться, нахуй. Как с оружием, блядь, как я не знаю, как со своим здоровьем, как, блядь, с таблетками, я не знаю. Точно так же с алкоголем нужно уметь управлять, нахуй. Если нихуя не умеешь управлять алкоголем, все, пизда нахуй. Он, сука, возьмет верх нахуй над тобой, блядь, и пизда нахуй тебе придет, короче. Ебать, это долгая история. Ладно, ребят, блядь, долго болтать не буду. Ладно, пойду я нахуй. Пока покурю, блядь, потом посмотрим. Короче, видео это завершаю. Горное озеро, водка была на обзоре сегодня. Блядь. Удмуртия там. Ну, вот такой, короче, если увидите, водка хорошая. Реально хорошая, блядь. Поверьте моему организму, нахуй. Была бы дерьмом, я бы сказал, нахуй. Вот. На вкус, блядь, ну, водка как водка, блядь, обычная. Я хуй знаю. Ничего там примечательного нет, нахуй. Водка как водка. На люксе. Кстати, это лучше, чем, блядь, полевая, нахуй. Вот еще полевая бывает. А горное озеро вот это пободрее будет. Реально, и пьется чуть помягче, нахуй. А полевая, она более, блядь, жесткая, нахуй, что ли, блядь, вообще ядерная. Ну, как-то так, я хуй знает, что еще сказать. Ладно, сейчас надо видео загружать, ебать, сегодня 26-е, 9 с чем-то уже, полдесятого вечера уже, блядь, пока я тут разговариваю. Когда она загрузится, я хуй знает, вот честно, блядь, как загрузится, так загрузится, все, пока. Че, блядь, прощаться будем, потом увидим, увидимся, все, пока. Ебать, что с кнопкой не работает.